Зачистка города от незаконной рекламы началась. Накануне чиновники администрации МИАСа доложили о первых итогах работы по удалению с фасадов и столбов незаконной рекламы, портящей внешний облик города. Первый рейд выдался удачным, а теперь подобный опыт предлагают применить во всех частях города и поселковых территориях. На прошлой неделе сотрудники комитета по имуществу совместно с руководством отдела по управлению Центральным территориальным округом демонтировали десятки незаконно установленных рекламных конструкций, прикрепленных к деревьям, столбам и дорожным знакам, аншлагов в районе автозавода. Снято большое количество рекламных щитов, которые установлены в неположенных местах и без санкции нашего комитета. Фактически никто не изъявил желания и высказать нам претензии. Мы также сняли огромное количество всех объявлений, афиш и так далее со столбов, со знаков, с дорожных знаков. По итогам тотальной зачистки подготовлены несколько административных протоколов. Станислав Третьяков поручил руководителям территориальных отделов в других частях города взять пример с автозавода. Процессу появления незаконной рекламы должна воспрепятствовать схема установки рекламных щитов, которая отсутствовала в городе до сегодняшнего дня.